Ну що ж, друзі, ефір ОБОС ТВ триває. Наш гість знову у нас у гостях Володимир Мунтян, релігійний діяч, засновник Духовного центру відродження. І знаєте, коротко я так зазначу основні тези, основну тему нашого сьогоднішнього діалогу. Ми будемо шукати шлях до Бога, адже в кожної людини він різний, так? І я думаю, що кожен з нами погодиться, що хтось знаходить свій шлях ще в юних роках, а хтось дочікує до старості, аби знайти в своєму серці Бога. Як ви вважаєте, яким би мав би бути правильний шлях? Я думаю, конечно же, правильный путь к Богу – это когда, в принципе, человек, он осознает, что Бог есть, и он его ищет. Но, к сожалению, то, что вот я вижу, да, и даже на своем примере, что множество людей, мы приходим к Богу тогда, когда у нас какие-то проблемы. Так, і один із таких прикладів – Стівен Хокін, який помер 14 березня, йому було 77 років, і, в принципі, у своїх роботах, визнаних всім світом, він неодноразово ставив великий знак запитання. Все-таки, хто створив наш світ? І чи тут виключно фізика, чи все-таки була рука вищої сили, яка займалась створенням нашого світу? Як ви вважаєте, ось такі приклади, коли людина до кінця свого життя шукає відповіді на ці запитання і, в принципі, не завжди знаходить? Ну, во-первых, я думаю, что мы все равно до конца не знаем, что было в сердце этого человека, именно в конце его жизни. Если он искренне искал, то я думаю, что он нашел правильный ответ. Может, мы просто об этом не знаем. Во-вторых, о сотворении мира. К примеру, мы сидим здесь. Эта студия, она не могла образоваться просто от взрыва, да? Вот микрофон, который на вас, он не мог образоваться вот просто за счет времени, да, там. Кто-то его создал, кто-то его спланировал. И когда мы смотрим на наш мир, мы видим такую гармонию, мы видим настолько все спланировано, настолько каждая деталь сделана. Тобто об'єктивні фізичні закони тут просто не діють, так? Є щось більше. Конечно, мы видим руку Творца, мы видим, что кто-то, он конкретно делал проект, он делал, буквально архитектор есть, который этот мир создавал. Если мы вот даже мы дышим сейчас, и есть разные, да, вот частицы в воздухе, кислород, углерод там, так далее, да, вот что-то одно, если вдруг сейчас убрать, мы моментально умрем. И вот все гармонирует, и все содержится. И получается, что на самом деле, если мы трезво мыслим, мы понимаем, что это не может быть само собой. Это то же самое, что сказать, что этот стул, он сам собой, вот сам себя создал. А як ви вважаєте? Ну, завжди, коли ви спілкуєтесь з прихожанами власної церкви, ви, напевно, вказуєте на те, що аби зцілитись, аби отримати зцілення, аби позбавитись від якогось недугу, потрібно мати в серці Бога. Але от цей приклад, Стівен Хокінг, так, він все життя боровся з дуже важкою хворобою, так, він все життя, ну, практично все життя провів в інвалідному кріслі. І як ви вважаєте, якби його шлях до Бога був більш швидким, можливо, і боротьба з цією недугою була б не більш такою важкою? Уверен в этом, потому что всегда, когда человек, он с Богом, в любом случае испытания, которые в нашей жизни, да, у одного человека одни, у другого другие, они проходятся совсем по-другому, потому что Бог – это реальная личность, которая помогает нам, что-то пережить, что-то преодолеть. И огромная разница между тем, когда человек сам в одиночку борется, и когда он борется вместе с Богом, как с личностью. Поэтому я уверен в том, что если бы он знал Бога, если бы он был с Богом, возможно, все бы было по-другому. И, возможно, даже как ученый человек, он бы сделал еще в десятки раз больше. От дійсно, дивіться, поглянемо ще на спільноту вчених. Не завжди вони, скажімо так, відрікаються від Бога і кажуть, що його не існує. Є багато прикладів, і я для себе зазначив. Блез Паскаль, математик, Джон Рей, біолог, Майкл Фарадей, фізик, експериментатор, хімік. Вони вірили в Бога. І, в принципі, вони намагалися поєднати наукову спільноту, так, і тих людей, які щиро вірять у Бога. І як ви вважаєте, можливо, дійсно, цих таких місточків, поєднань має бути більше?
щоб наукова спільнота навпаки підтримувала людей, які вірять в Бога. Конечно. Ви розумієте, я не вижу какой-то конкуренции между, к примеру, учёными, да, и верой в Бога. То есть деякі з них навпаки намагаються довести на прикладах якихось власних вчень, що Бог існує. Конечно, но вообще на самом деле, когда человек верит в Бога и он ученый, то он, как правило, он откроет намного больше для человечества, намного больше секретов, намного больше каких-то прогрессивных, да, вещей, которые приносят прогресс, которые приносят там новые технологии и так далее. Да. Почему? Потому что когда человек с Богом, и он при этом, да, к примеру, он ученый человек, да, то, конечно же, его мозг будет работать намного лучше. А чи потрібно нам шукати наукове пояснення існування вищої сили? Можливо, не варто? Я думаю, в этом нет проблемы, потому что если человек искренне даже вот ищет научного объяснения того, есть Бог, там, кто сотворил мир, то, конечно же, он придет к тому, что есть Творец. То есть рука Творца, она явна, да, и очевидна. Он придет к тому, что на самом деле Бог есть, на самом деле научно это можно доказать. И когда люди говорят, что они научно, типа доказывают, что Бога нет, я извиняюсь, это не научно доказано. Это невозможно научно доказать. Потому что это выдумки, это ненормальное заявление. Потому что если мы, к примеру, начинаем научно, да, там, развивать эту тему, кто сотворил мир, так мы, конечно же, придем к тому, что невозможно было. Никакой эволюции не может быть. То есть обезьяна, как была обезьяной, она осталась обезьяной. Понимаете? Человек, как был человеком, так и остался человеком. И когда говорят, вот, да, там, что эволюция, там, у нас хвост отпал когда-то, потом что-то еще отпало, и мы, труд нас облагородил, и вот, наконец, мы сидим в студии. Нет, это не так. То есть мы были сотворены людьми. И когда я смотрю на вас, вы смотрите на меня, вы понимаете, что чтобы мы были вот такие, какие мы есть, наш глаз, наши уши, наша вся нервная система, весь организм, это не может образоваться просто там от взрыва, от эволюции. Это кто-то сотворил, это кто-то продумал, это кто-то реально вот сидел и буквально, да, создавал сначала в своем разуме. И потом он это все воплотил, материализовал. Ну, а скажите, а вот в обличчях своих вірян вы бачите такий знак запитания? Вони приходят до вас с такими питаннями и шукают вони шлях до Бога саме с вашою допомогою? Дело в том, что люди, конечно, приходят, и они ищут Бога, они ищут, они хотят... Тут спочатку зневірені, знаете, в яких немає відповіді на це запитання. Чи існує, да, рука Творця, чи її немає? Угу. Но суть в чем? Человек, он, когда приходит и ищет Бога, есть большая разница. Когда он ищет не просто религию, когда он ищет не просто ритуалы, обряды или что-то такое, да, а когда он задумывается над тем, есть ли тот, о ком мы вот говорим, да, который сотворил мир. Если тот, который вот над нами, который в самом деле мы называем его Богом, да, высшей силой кто-то называет, да, высшим разумом кто-то называет. Но конкретная личность. И когда человек, он приходит ко мне, приходят люди, мы разговариваем, и человек, который искренне ищет, то однозначно он всегда находит, потому что так устроено все, если уже говорить, да, вот об этом, что когда человек ищет правды, ищет истины, ищет Бога, есть он, нет, Бог обязательно сам ему покажет, есть он или нет. И человек будет иметь сам в себе уже знания и свидетельство того, что Бог есть. Почему? Потому что так произошло со многими людьми, которые вот искали, и они потом рассказывали. Вот у меня была ситуация, и я сказал: Бог, если ты есть, то возьми, вот сделай это. И это невозможно, но сделай, я буду знать, что ты есть. И Бог брал и делал это. И это повторялось несколько раз, и человек говорил: я точно знаю, что вот мне лично Бог показал, что он есть. Якщо глядач дозволить, я трішечки зацитую, тому що цікава така фраза, і я хотів би потім у вас запитати, чи погоджуєтесь, вона в продовження нашої теми. Mm-hmm. Прагнення людини до пізнання створення світу і віра в Творця є природнім і прекрасним.
А релігія засмоктує в безодню безграмотності і все, що з нею пов'язано, фанатичне, потворне і огидне. І я бачу, що в своїх словах ви також, ну, ви не використовуєте слово «релігія», ви більше використовуєте слово «віра в Бога». Да, да. Вот то, что вы прочитали, это в самом деле так. Понимаете, религия – это в самом деле страшная вещь. Релігія, вона нічого общого не має з вірою в Бога. Але як розпізнати ось те фанатичне, потворне і огидне, і як знаходити істину, як знаходити саме ту спільноту, в якій ти будеш комфортно знаходити відповіді на свої запитання? Ви розумієте, є критерії, да? К примеру, для мене самий перший критерій того, чоловік, к примеру, релігіозний или віруючий, да, вот, если взять, да, то перше, що чоловік віруючий, він прежде всего нормальный человек, он прежде всего адекватный человек, он обычный человек. Религиозные люди, они себя ставят в какое-то положение каких-то особенных, они настроены против других, как правило. Религиозные люди воюют всегда друг с другом, воюют против тех людей, которые на них не похожи, которые делают что-то не так, как они. И если мы возьмем весь мир, то все войны, они развязаны на почве религии, на самом деле. И религия – это страшная вещь, которая буквально человека, его разум делает ограниченным, делает его ненормальным. И религиозные люди верят в ненормальные вещи. То есть они на самом деле веры в Бога не имеют. Они имеют убеждения в каких-то ритуалах, обрядах, в каких-то вещах. Которые... Еще, Володимир, я пропоную повернутися до теми згодом. Володимир Мунтян залишається в нашій студії. Ми повернемось за лічені хвилини. Ну що ж, друзі, ми продовжимо спілкування із нашим гостем. Сьогодні це Володимир Мунтян, релігійний діяч, засновник Духовного центру відродження. Володимире, знаєте, я хотів би ще одну таку цікаву тему підняти з вами для обговорення. Гомеопатія проти традиційної медицини. Ми завжди бачимо перетягування канатів, завжди бачимо, що є люди-прихильники традиційної медицини, тих протоколів сучасних лікування, і є завжди ті люди, які... Ну, намагаються відмовляти нас від медицини і кажуть, що краще лікуватись там якимись травами, краще лікуватись якимись такими незвичайними рецептами, які, ну, невідомо, який буде в кінцевий результат. Яка ваша думка з цього приводу? Моя мисль завжди в цьому дуже чітка і ясна. Я вважаю, що кожен чоловік, він має розуміти, що медицина, вона від Бога і вона необхідна нам. И я всегда учу людей, как учитель, да, как пастор. И целое учение у меня есть о том, что человек прежде всего, он должен следить за своим здоровьем. И для этого и существует медицина, больницы, поликлиники. Что мы делаем? Первое. Мы должны обязательно минимум раз в год проходить обследование. Это просто необходимо. Почему? Потому что люди обращаются в больницу тогда, когда уже бывает проблема очень большая, когда стадия болезни уже крайняя. Но болезнь – это как Голиаф. И Голиаф, когда он вырастает огромный, да, его невозможно бывает убить. Но Голиафа нужно убить в утробе. Что это значит? Я прохожу обследование, и на самой ранней стадии человек может обнаружить онкологию, человек может обнаружить какую-то болезнь. Да? И ему просто сделали операцию или даже просто прописали какое-то лекарство. И человек забыл об этом. Так, вы бачите, у нас люди не звикли до профилактики, люди не звикли просто рутину там перевіряти стан здоров'я, а дійсно вже звертаються тоді, коли запізно. Ви пропагуєте звернення до лікарів і співпрацю з медициною? Я обов'язково говорю людям, всім, і прошу їх, і учу об этом, і хочу учити намного більше, що людям нужно знати, обов'язково нужно проходить обследование. Знаєте, ми в попередній частині обговорювали з вами наукову спільноту і де шукати поєднання релігії, так, і науковців. І мені здається, це один із прикладів, тому що медики, якщо вони мають віру, то мені здається, що вони більш результативні у своїй роботі. Однозначно. Завжди чоловік, який, к примеру, вірить в Бога, і він медик,
да, он врач, то, как правило, сам Бог поспешествует ему в его работе, в понимании даже того, что происходит с человеком, что сказать человеку, куда его направить и так далее. Я уверен в этом, что любой человек, любой из нас, когда находится в состоянии веры в Бога, он всегда будет намного продуктивнее, результативнее, намного мудрее. И вот я вернусь к тому моменту о здоровье, что я людей учу, да, к тому, чтобы они проходили обследование, раз. Во-вторых, человек должен пить воду каждый день, хотя бы 1,5-2 литра. Два. Питание. Должно быть правильное питание. Неправильное питание приводит рано или поздно к тому, что забиваются сосуды от холестерина и всего прочего, да, что приводит к гипертонии, в конце к инсультам, к инфарктам и так далее. Ну, а взагалі, мені здається, ви теж знаєте такі приклади. Зневірні люди, які проходять спочатку низку медиків, не знаходять відповіді на свої запитання, потім йдуть до гомеопатів, намагаються лікуватись травами, також там не знаходять відповіді на свої запитання, і хвороба лише прогресує. І тільки потім вони звертаються до Бога і починають шукати спасіння. Да, так, примерно так оно вот бывает и выглядит. Но если человек проходит обследование, если человек правильно питается, пьет воду, плюс обязательно сон, обязательно что нужно, витамины. Сегодня время, когда есть хорошие витамины, которые человек должен получать. Мы не получаем все витамины в еде. Так получается, да, много разной химии и всего прочего. Поэтому витамины очень важны. И человек должен использовать этот момент. И я всем говорю, витамины важны. Следующее. Человек должен отдыхать обязательно. И я рекомендую всегда всем людям раз в год санаторий. Санаторий – это всегда восстановление сил, восстановление тела. Мы можем избежать многих болезней и многих кризисов. Но человек, который всем этим пренебрегает, он обращается в больницу когда? Когда уже ситуация зашла в тупик. И, как правило, медики, бывает, уже не могут ему помочь. И я сталкиваюсь с этим непосредственно, да, и вот конкретно в нашем духовном центре, да, что мы видим, что человек, он обратился в больницу в тот момент, когда уже, к примеру, та же онкология была четвертой стадии, да, метастазы распространились по всему телу, и уже то ли он делал химию, то ли облучение, то ли что, что бы он ни делал, неоперабельное, при том, все, он ничего не может сделать, его выписывают домой. Я так разумею, эти приклады знакомы вам, потому что ваш фонд співпрацюет с лекарнями и с онкологами, так? Очень много работаем с больницами. Более чем с 50 больницами мы работаем вот на постоянной основе. Работаем с онкологическими центрами. Мы установили даже в каждую палату каждого онкологического центра в Украине, мы установили телевизоры. Потому что, когда я прихожу туда, я сам лично хожу туда, потому что для меня принципиально важно самому приходить, видеть это все. И что я вижу? Что люди там лежат долго. Детское отделение, да, там по году, по полтора лежат дети. И, конечно же, мы делаем все возможное, чтобы оборудование купить. Я всегда разговариваю с докторами, такими как Клюсов, то есть это главный онколог, да, там, с заведующими, со всеми. Я говорю о чем? Давайте мы будем делать что-то, чтобы оборудование купить, которое выявляет онкологию на ранней стадии. Потому что вот эта ранняя стадия, это она исключает. Так, раннее выявление, оно завжди є запорукою того, что можно вылікувати. Чи хирургично, чи за допомогою хімітерапії. Слава Богу, мы уже много разного оборудования купили за эти годы на очень большие суммы денег. Да? И ну, мы счастливы, потому что вот даже... Взагалі, я перепрошую, як ви вважаєте? Ну, напевно, не вистачає зараз пропаганди, щоб люди усвідомлювали, що потрібно йти і перевіряти стан свого здоров'я. Однозначно, не хватает этого учения. Мы много вот слышим новостей по телевизору, да, там, и всего прочего. Но простых вещей, вот... В новинах нам розповідають вже про наслідки, що людина загинула або втратила здоров'я, але не розповідається про те, що потрібно робити профілактику тих захворювань. К сожалению, в школе этому не учат. В институте этому не учат. В обществе, ну, отсутствует это учение. Слава Богу, оно есть, к примеру, в церкви, да, вот, к примеру, в нашей, да, церкви. Мы учим об этом, и я всегда людям говорю, не доводите себя до того, чтобы потом вам нужно але, было молиться. Але вы говорите про обладнання и про финансирование деяких проектов, которые связаны с медициной, але когда люди шукают исцеление саме у вас в церкви, и как вы считаете, они...
хоча б частково отримують його, тому що ми завжди чули багато критики стосовно вашої діяльності, що немає прикладів того, що людина або зцілилася, або її захворювання почало так стухати. Які приклади ми могли б розповідати на сьогодні? Діло в тому, що на самом деле даже нет, можна сказати, прецедента, щоб таке говорити, тому що у нас конкретно тысячи исцелений. Тысячи исцелений, и эти исцеления все обязательно подтверждены медициной, докторами. То есть мы никогда не признаем исцеление даже явного, если человек не прошел обследование, если человек не получил полностью все документы от докторов. И когда сами доктора, они подтвердили, что человек, вот он, был болен, конкретно, да, он умирал, у него был там рак. Тобто ви можете прослідкувати цю хронологію, так? Обязательно. Ви розумієте, ми не можемо сьогодні, к примеру, показати чоловіка легкомисленно, тому що це просто дискредитувало би навіть не просто нас, а самого Бога, которому ми проповідуємо. Тому, звісно, ми тисячу разів перевіримо це. І є навіть такий момент, коли ми направляємо людей в різні лікарні спеціально, щоб... И только когда проверено все, только тогда мы можем, к примеру, снять сюжет про этого человека, чтобы он засвидетельствовал, да, о том, что Бог для него сделал. Чтобы показать как приклад того, что конечно, такое исцеление возможно. Исцеление – это реальность. То есть на самом деле Бог может исцелить человека. Володимир, я еще хотел вас запитати. Знаете, у вас открытие представительства майже в 130 странах, або, если не помиляюсь, даже и больше. Если так охарактеризовать портрет вірянина, який приходит до вас, с какими проблемами приходять люди в різних країнах. Я впевнений, що ці проблеми різні. Різні захворювання. Різні, звісно. І на самом деле, вот, даже если взять по районам и по областям України, ми видимо разные. Тобто вже тут ми бачимо різницю, так? Разные заболевания, разные проблемы. Если мы говорим о же онкологии, да, то рак, его существует 156 видов. И в разных местах он разный. Это зависит от экологии, это зависит от многих нюансов. Да? Если в странах, то мы видим, да, там страны, которые вроде бы процветают, к примеру, да, но у них проблема, да, там, как Германия, да, там, как та же и Канада тоже, да, там. Депресія. Тобто соціально розвинуті країни, але там у людей все-таки є низка проблем, з якими вони йдуть до ваших представництв. Іменно, да, депресія домінує. Є і, ну, другі, звісно, заболівання фізичні, да, но депресія домінує. В інших странах, да, там, таких, як, ну, от, якщо взяти там Африку, да, там, там більше на людях от різні заболівання і проблеми, зв'язані з тим, що там колдовство, там реально... Тобто не якість життя там, впливає на їхній стан? Там діло в тому, що із-за того, що там колдовство, там проявляються різні, дуже такі нехороші речі, які проявляються і в тілі чоловіка, і в його личній житті, і, можна сказати, во всіх сферах. Тому і підхід, к примеру, там молитва, вона відрізняється від молитви за цього чоловіка і за цього чоловіка, к примеру, з іншої сторони. Тому що це дві різні молитви повинні бути. Це не одна таблетка, образно говоря, для всіх. Ні. Нужно кожному чоловіку мати індивідуальний підхід. І в кожній країні домінує все одно своя проблема. Ну, от, свой такой, я извиняюсь, дух, да, вот. И этот дух, он, как правило, приносит массам людей одно и то же, то есть они чувствуют. Так, ну що ж, я дякую вам за цікаву розмову. Глядачам нагадаю, наш гість Володимир Мунтян, релігійний діяч, засновник Духовного центру відродження. Ну, а більше дивіться на обозревателі.ua і до зустрічі.